Привет! В этом видео я продолжаю подробнее знакомить вас с линейкой Stop Demodex. Сегодня я расскажу о жидком мыле для лица и тела, которое поможет в лечении от демодекоза. Мягкое мыло воздействует на подкожного клеща. На клеточном уровне блокирует воспалительную реакцию, спровоцированную пробиотиновыми бактериями акне. Снимает раздражение, регулирует выработку кожного сала и предотвращает изменение его состава. Заметно уменьшает поры и освежает цвет лица. Имеет нейтральный уровень pH. Можно применять и после лечения, для профилактики демодекоза. Мыло содержит множество полезных компонентов. Глицерин впитывает влагу из воздуха и способен удерживать ее на коже. Предохраняет от высушивания, придает коже мягкость и эластичность. Эфирное масло чайного дерева обладает антисептическим, дезинфицирующим, противопаразитным, противовоспалительным, анальгизирующим и заживляющими свойствами. PET-40 гидрогенизированное касторовое масло – активный биокомпонент, помогающий коже создать защитный барьер против высыхания, восстанавливает естественный уровень увлажненности. Октопирокс – антимикробный компонент, который подавляет деятельность пропиновой бактерии акне и угревой железницы, кожному клещу, препятствует изменению состава и продукции секрета сальных желез, а также подавляет выработку внутриклеточного фермента 5-альфа-редуктаза, которая приводит к повышенной выработке дегидротестостерона. Биокатализатор с цитостатическим, кератолитическим, антибактериальным, противогрибковым эффектом. Мягко отшелушивает верхний слой эпидермиса, снижает скорость образования новых клеток. Пропиленгликоль нормализирует микробиологическую активность, хороший увлажнитель рогового слоя. Диазолиденил мочевина обладает антимикробной активностью. Консервант. Метилпарабен и пропилпарабен – консерванты и антиоксиданты. Мыло легко пенится, имеет приятный запах и легко смывает остатки косметики. Схема лечения от демодекоза. Для начала нужно умыть с очищающим мягким мылом. Потом следует протереть кожу лица и веки лосьоном. Дальше следует нанести лечебно-профилактический бальзам. Потом нужно нанести ватной палочкой гель для век Stop Demodex. Капли Stop Demodex следует применять параллельно. Финиш-гель нужно использовать после основного курса лечения. Шампунь можно использовать как вспомогающее, так и отдельное средство. Все препараты из обзора вы можете приобрести в интернет-магазине phytomarket.com.ua. Ссылка в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры. Ставьте этому видео лайк и задавайте ваши вопросы в комментариях. До встречи!